День памяти и скорби. И вообще в моем концерте всегда эта песня звучит, но сегодня особенно нужна она. Песня называется «Разговор с дедом». Проснулись все, кому спалось, на небе шнуров забывалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. Идут мне сзади, говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я ответил: это просто фейерверк. Кому ответ, кто говорит? Ведь я один в квартире был. Жена матери давно, наверное, спит. Я оглянулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял, едва дыша, и головой мотал, чтоб сон скорей прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды испить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А дед курил и говорил про то, где воевал, где был и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд печальным стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил брутом, что современный человек такая дрянь, что я решать у наказла, что в людях совесть умерла, и что отмыться нам не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горячим страшным взглядом дед меня свербил. Тебе со стороны взглянуть, мой друг, на жизни своей суть, и ты тогда совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни о тебе. Ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за хлеб и зрелище мешок мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нет у Гитлера на вас, тогда вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Свет входил в мой дом, такие птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать. В любом из нас живет война, и я не знаю, чья вина, но нам на ней нельзя, ребята, погибать. В любом из нас живет война, и я не знаю, чья вина, но нам на ней нельзя, ребята, погибать.